Остался последний рывок перед ЕГЭ. Первые экзамены по литературе, географии и химии будущие выпускники сдадут уже 23 мая. Чтобы прошло все гладко, в школах проводится проверка подготовки пунктов проведения ЕГЭ. Проверка состоялась в Щелковской школе номер 4 имени Климука. Здесь оценили организационную и техническую готовность пункта. В ходе проверки мы исследовали технику, на которой будут распечатаны экзаменационные материалы. Но прежде всего наша проверка началась с поста охраны, где, соответственно, дети проверяются, которые заходят в пункт проведения экзамена для того, чтобы сдавать ЕГЭ исключительно на основе тех знаний, которые они получили в школах. Всего в Щелкове подготовлены 5 пунктов сдачи ЕГЭ в школах номер 2, 4, 6, 12 и 14. Все они должны быть оснащены необходимым оборудованием, чтобы обеспечить честность и безопасность проведения экзамена. В этом году ЕГЭ будут сдавать около 1000 выпускников. Особое внимание уделили проверке системы видеонаблюдения. Во время проведения экзаменов будут применяться уже опробованные технологии. Это получение экзаменационных материалов через интернет, печать и сканирование материалов в пункте проведения экзаменов. Очень важно, что во время экзамена, когда открыто на проветривание окна, соблюдался режим тишины, чтобы в школе, в пункте, где проводится экзамен, была бесперебойная подача воды, да, чтобы не было перебоев с электричеством. Чтобы все прошло в штатном режиме, перед каждым экзаменом сотрудники кинологической службы с собаками проверяют помещение, а в день ЕГЭ дежурят наряд полиции и медицинский работник. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.